Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Strike Force от Marvel. Сегодня, ребята, опять без косяков не обошлось. Днем собирался вам серию выложить, как я открывал нового персонажа, новую. Ну, там немножко поиграл. Оказывается, что я на ОБС-ке забыл поменять окно. То есть у меня два эмулятора. На одном был открыт Дракон и Всадники Олуха, а на другом я играл Strike Force. Так у меня записывалось все время Всадники в этот момент. Прикинь, да? Я такой, сейчас выкину Хобана, а у меня записались только лишь Всаднички. Совсем не то. Ладно, ребят, забираем с вами 200 тысяч. Так, у нас новый день, новая неделя. Получаем здесь награду. Это все нам не нужно. Так, на почте завербуй Роук. А, ну все, я понял. У нас... Подожди, а вот это-то что такое? Так, доступно налет. Лучше не бывает. Сразитесь с командами других игроков, чтобы получить различные награды этапов или даже выиграть осколки Броуна. Завербуй Броуна уже сегодня. Ну, Броун у меня есть, ребята. Причем, по-моему, он полностью... По-моему, он у меня полностью прокачан, если я не ошибаюсь. Четыре, пять, шесть. Шесть. Ага, ну-ка давай-ка. Не, Броун у меня, по-моему, ребят, полностью прокачан. Или я ошибаюсь? Так, сейчас сезон войны начался. Почему вот здесь-то вот? Красной звездой Хэнк Пим. Так, Хэнк Пим будет доступен во сферах Красная звезда еще два дня. Ну, это понятно все. И заканчивается спутник меча. Осталось 4 дня. Такое, ребят, тоже. Ну, это понятно. Это у нас уже... Это у нас уже Роук. Поменялось все. А, и еще, да, ребята, боевой пропуск у нас... Ага. Все, с самого начала. Потому что там был откат. 4, ну, 13... 2 недели, ребята, действует. Вот что мне нужно. Вот эти... Эти сферы мне нужны. Так, и плюс нам дается страж в этом событии. Так, если посчитать. 5. 10... Сейчас, ребята, кое-что прикину. 10, так, 20. 20. 30. 40. 50. 50 карточек на стража. Слушай, я его апну, получается. Он у меня апнется, ребят. Так, ладно. О, да, вот это. Слушай, как же я хочу, ребята, здесь попробовать пройти. Ну, видишь, отряд уровня 90. Я не могу вообще тут ничего сделать. У меня не получается. Не, да я даже сразу не буду. Там меня разнесут в пух и прах. Поэтому давай просто заберем с тобой награды. Здесь, слава богу, у нас пройдено все на 3 звезды. Поэтому я забираю. И здесь с 5 уровнем Иза. Этот 5 уровень низа мне, блин, не дают, ребята, сделать. Да, дофига. Дофига надо. И ни одна не выпала. Здоровски просто. Давай автопобеду тогда. Такс. Ну что, это мы забрали. А в событиях осталось 6 дней, осталось... Так, наследие пантеры, получи осколки. Пим у нас только лишь будет в красных сферах, да, находиться. Получи больше осколков. Выдающийся слуга короны. Машин... Так, машина за деньги. Сражайся и получай очки. Так, экспедиция дерби. Сражайся и получай... Так. Так, сражайся в войнах вместе со своим альянсом. Просто в войнах сражаться? Я думал, может быть, что-то там на событии дадут. По налетам. Нет. Так, а здесь откатилось у нас? Блин, вот этих гаденышей... Этих же, да? Сложно их, конечно, проходить уже. Нет, еще 2 часа 42 минуты откат будет.
А я не успею, ребята. Событие осталось всего лишь 2 часа 42 минуты. К сожалению, не получится. Да, Броун у меня полностью, ребят, прокачан, поэтому... Не, я, конечно, буду пытаться проходить. Ради хотя бы всяких там жетонов и тому подобное. Фига себе. Дедву 2 миллиона, еще 2 миллиона сфер. Ну, пока с деньгами, ребята, у меня все нормально. Пока. То есть у меня денег сколько там? 14 миллионов? А, 17 миллионов. Как бы, ну... Я знаю, что это мало, на самом деле. Но в данный момент мне не хватает именно кредитов для прокачки. Вот этих кредитов у нас дофига, ребят. А вот именно для прокачки персонажей, к сожалению, очень мало. А прокачивать, как ты знаешь, персонажей нужно очень много. Так что эти 17 миллионов, что у меня сейчас лежат в кармане, это ни о чем. Так, давай-ка мы посмотрим, что здесь можно приобрести. Ну, Валькирию, наверное, или кого тут? Давай железный кулак тогда будем докачивать. Ну, офигели делать. Такс, 25. Но я могу изменить команду, в принципе, удешевить. Удешевить себе. Совсем другое дело. 15. Что? Да-да-да. А, зачем я трачу это? Мы же можем с собой забрать, и нам же дадут сейчас целый ворох. Я совсем забыл про это. Так, давай сразу тогда купим припасы, чтобы уже все задания сделать. Так, припасы купить. Куда ты залез, Рэй? Надо в припасы. Так, куплю. Сейчас, подожди, форточку открою. Форточку. Прошлый век. Окно, конечно же, ребят. Какая форточка может быть? Сразу ветерком в спину подуло, ё-моё, холодным. Не очень комфортным. Так, давай вот ежедневные цели забирать тогда здесь. Так, там надо будет еще, по-моему... Да, в рейдах сыграть и сделать вклад. А тут что-нибудь путевые дойдут? 63. Нам буквально нужно еще 27, ребят. Какой 27? 17. Так, 5 есть. 10. 20. Да, получается, полярная звезда тоже, ребята, у меня прокачается до... Получается, 4-я красная звезда у него будет. В принципе, неплохо. Так, ну что, в налеты? А почему сотку-то всего дали? Раньше давали намного больше. Почему сейчас сотка всего лишь находится у меня? Какая-то фигня. Ну давай ты уже там быстрее созревай. Думает там 3 часа что-то. Давай нового соперника. Так, отлично, еще давай. Я изменю команду. Ребят, наверное, ну чтобы опять удешевить. Этих мы с тобой убираем. Этих берем. Сколько еще нужно до конца? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь еще. Ну окей. Меняем. Меняй полностью тогда. Ой-ой-ой, не то уберем. Они-то все равно сейчас пока лошпены, ребят. Ну, видишь, по мощам я в 2 раза их круче, поэтому могу разбирать спокойненько. Раз. По одному. По одному дают нам. А мне нужно 8. Ну, как ты долго думаешь-то? Что там думаешь-то все время? Так, здесь 3. Получается, мне еще 4, да, надо? Я правильно думаю? Раз, два, три, четыре, пять. 5. Так, меняем команду. Берем новоиспеченных. Миллион 600, нормально. Да, к сожалению, ребята, у меня закончились сферы. У меня не получится
сейчас в данный момент отыграть еще. Семь карточек на Броуна мы с тобой распетрушили. Здесь так, железный кулак, понятно. Дрожь. Женщина-Халк. И Веном. Так, это распетрушиваем по сферам. Подожди, по припасам. Не по сферам, по припасам. Мэри Хилл. Вижн. Да черт его знает, кого тут. По идее, бы лучше бы я взял, наверное, Гвином. Но на Гвином у меня не хватает чуть-чуть. Ладно, пока тогда потерпим. Это не к спеху. По рейдам что у нас? Сколько энергии накопилось у меня? Оу. Всего лишь-то 13. Я могу только один раз, друзья мои, забежать в рейд. Сделать всего лишь один поединок. Я вот к этому кланю. И то же самое касается второго рейда. Вот этого. Ну, давай вот сюда прыгнем. Симуляцию сделаем. Забомбашим их тут всех. Ну, два сделал, значит, я смогу награду забрать. Там надо, по идее, 8, по-моему. Два и... Сколько там еще нужно? Два и... А, ну да, 2,8, вот, ребят. Так, шикарно. В альянсах пока... Так, что это? А у меня, ребятушки, здесь победа. Интересно, кто там следующий у нас? Давай посмотрим. Вот самая такая команда, ребята. Ох, давай попробуем. Ну, они, конечно, тут... Они разметают все на своем пути. Вот эта вот команда. Блин, тут еще и этот. Я попробую своей... Слушай, может быть, мне взять лучше сюда не эту команду, а вот эту. Я имею в виду Книга Смерти. Блин, как лучше сделать? Наверное, все-таки Книгу Смерти брать здесь. Ну, дебафы, сам понимаешь. 140. Так, кто у нас отсутствует здесь? Так, одного персонажа... Блин, что-то в спину очень сильно дует. Ой, надо закрыть. Кого-то не хватает, блин, я же забыл, кто. Кто у них там? А, конечно же. Конечно же. Справится ли эта команда? У соперника 706 мощей. У нас 971 тысяча. Я попробую, ребят. На свой страх и риск. Я знаю, что вот эта команда, как ни крути, как по мне, одна, наверное, из сильных в игре. Я могу, конечно, здесь ошибиться, но вряд ли. Потому что они тут наяривают, будь здоров. И по инициативе у них все очень даже, ребята, круто. И плюс у них уклоняшка, да? Уклоняется от следующей атаки. Ну да, правильно, он начинается, короче. Надо с кого-то что-то снять. Фиге ты, блин, ты запарил уже. Че там столько энергии-то им надавали, эй? Бомбочку, да? Меня еще и заблокировали. Еще и контратака у них стоит. Я даже не знаю, с кого тут что снять.
Слушай, ну офигеть, у них, ребята, контратака, уклонение, плюс скорость, плюс защита от смерти. Нормально? Хапнули они. У меня сейчас этот погибнет. О, солнцепек. Стрэндж погибнет, друзья мои. Причем у меня с дебафами, а у него дебаф. Как ты запарил уже, а, чмошник. Просто достал. Да не дают даже хода сделать, прикинь, блин, просто не дают хода сделать, блин. Все, блин, грубо говоря, команду мою размотали, ребят. Че тут осталось-то, блин? На соплях жить, блин. Офигенно просто. Этот змей, блин, достал уже. Калич вонючий. Так, у нее уже нет защиты от смерти. То есть Ванду бомбанут, скорее всего. И от моей команды ни хрена не осталось. От слова совсем. Гамбит бесявый, ребята. 260 хп имеет, блин. Не хп, а 260 тысяч мощей. Я не знаю, как с ними бороться. Вот серьезно тебе говорю. С этой дебильной командой просто она ничего не помогает здесь против них. Во-первых, у меня выбешивает их скорость. Циклоп — это самый лох из их команды. Вот Санспот и Гамбит — это самые, блин, бесявые хмыри. Гамбит просто достал. И змей этот дебильный со своими дебафами постоянными. Не, не получилось. А у них дебафа, у них практически дебаф не висит, ребят. Нормально? Ты видел, как у них заполняется шкала? По скорости. Я ничего не успеваю сделать. Они просто ходят и ходят, 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 блин, бесконечно. Ладно, давай попробуем командой Пустельги. Я, честно говоря, думал, что Книга Смерти сможет справиться. Вроде так начали хорошо разбирать, но под конец вообще сдулись что-то мои ребятушки. Давай попробуем командой вот этой вот. Ну что-то мне... Что-то мне внутри подсказывает, что это будет вообще полная лажа. Тут что у нас? У нас только Пустельга тут рулит. Ну, Железный Человек еще немножко. Более-менее что-то может еще прописать им. И все. Остальные... Ладно, сейчас посмотрим. Если бы не их не долбанное уклонение, которое, видишь, кто вешает... Вот, он сразу повесил, и все, у них, ребята, от следующей атаки есть уворот. Как ты мне дорог, а, утырок. Сразу в стан повесили, ребята. У этого вообще здоровья не осталось. У Пегаса. Да они сейчас все уклонятся. У них уклонение на один. С какого хрена у них уклонение не спадает? Вот я вот этого не понимаю, блин. Почему уклонение не спадает у них? Гамбит, тварь, достал уже, а? Сейчас еще и контратака, прикинь. Ну, ты по... Вот как, ребята, с ними тут можно драться, если они постоянно уворачиваются, уклоняются, блин. Ублюдки. Че, и от этого они уклонятся, я так понимаю, да? Шкалу ярости себе, опять же. Раз, ты... Я даже никого не подбил еще.
Пустельга у меня стоит в стане уже я не знаю сколько времени. Выйти из него не может. Ну это просто какое-то читерство, а не команда, ребят. Она стоит в стане уже хрен знает сколько, не может выйти. А у них все хорошо, ребят. А у них все четенько. Пипец просто. Да как ты меня заколебал, змей вшивый, ты достал же просто в корень. Да кого тут не пом... Они, у них все, ребята, у них опять уклонение стоит, все это, блин. Это мы только циклопа с тобой убрали, одного. Смотри, у него опять полная шкала, он сейчас бомбочку, нет? Этот еще жук такой хитрый, он... Зашибись. Но у него слепота была, это нас спасло, так скажем. Так у них опять уклонение стоит. Я что-то не понял. Мы же циклопа убили. Мы с тобой циклопа уничтожили. С какого хрена он опять выжил-то? Ну, не выжил, а так скажем, воскрес, блин. Надо этого, ребята, валить. Форджа. У них медик это Фордж в этой команде. У них шкала просто с охрененной скоростью, ребят, заполняется. Все, у нас осталось трое. Иммунитет какая-то там, защита хрен знает какая, откуда взялась, блин. Сейчас железному человеку крышка, ребят, по-моему, приснится. Ну, скорее всего, так и будет. Заколебал после каждого удара, блин, волну какую-то выпускает, чмошник, блин. Я про Форджи говорю, блин. Ты этот змей просто, он просто без остановки. Ты посмотри, что делает, а? Они просто не дают мне ни хрена сделать. Вообще, просто, ну, ни хрена не дают, ребята, сделать, блин. Все. Чей по времени сдулся. Вот как с этой командой драться, ребят? Ты посмотри, 111, 196, 76, 104. И их не побить. По мощам вообще сосунки, ребята. Ты их не одолеть нифига. Ладно, я не буду с этой командой больше возюкаться. Пойду я на следующую. Иначе я там просто сфейлю все, что у меня есть. Так, где у меня этот шокер? Просто, ребята, бесявая команда. Расхерачила к чертовой матери. Они, ты заметь, у них скорость какая. Они не дают, они по 2, по 3 удара делают. Мой персонаж только лишь удар делает. Они опять по 3-4 хода делают. Мой опять персонаж один удар делает. Плюс этот удар идет в никуда, так как у них постоянно стоит уклонение. Ну как вот можно играть, ребят, с такой, блин, командой? Ну и тут понятно, тут барьеры все это. Шелуха, блин. Пустельга промахнулась своим ударом суперским. Так, давай сделаем так, наверное.
ослепление. Тут надо в первую очередь, ребят, выносить именно хилку. По возможности. Потому что она будет и барьеры ставить, и воскрешать она может. Блин, она в эту встала. В инвиз. Я ее не вижу. Будет плохо, если они сейчас будут сделать массовую атаку. Я имею в виду с железным человеком. Вместе. Проявилась, да? Отлично. Но у нее защита от смерти, ребят, стоит. Одна штука. Ты бич. Давай, носорог, прикрывай нас. Попробуй вальнуть. Ну. Все, минус хил. А остальное, ребята, дело наживное. То есть бомбим, глушим их. Ну и пустельга здесь уже одна ничего не сделает. Просто уничтожаем ее и все. Да. Ну это понятно, это предсказуемо. Ну вот та команда Sunspot, где вот это прям вот. Фига себе, Танос тут стоит. Это прям из мира, блин, бесячество, вот эта вот команда. Так, ладно, давай попробуем теперь эту разнести. Ну, здесь, наверное, я думаю, простенько, если мы возьмем, например, с тобой. Серси вот у меня отстает в этой команде. А у нее всего лишь, ребята, 107 уровень. Ну, кого тут можно взять? Да я думаю, можно здесь отыграть теми, кто мне не нужен. Это Crossbones, например, Альтрон и вот так вот. Я обычно в такие вот в не очень важные и в не очень сильные команды беру тех, кто мне в принципе не нужен там для дальнейших каких-то боев. Просто беру их и трачу. Сейчас посмотрим, что здесь. Ну здесь что, здесь только вот самый для меня вредный этот железный кулак, да, железный кулак хил. Поэтому его надо как-то. Все, нету больше железного кулака. Дальше идет, по идее, вот этот противный. Да хана команде. Даже толком никто здесь и не поиграл, так скажем. Горячий чай, уже столько времени прошло, он все до сих пор еще горячий, никак не остынет. Так, тут команда симбионтов этих. Ну здесь я возьму, наверное, железный человек. Капитан Америку. Так, сейчас, подожди, мы сделаем, наверное, так. Всех воинов взять и, в принципе, сорви голова, ты, наверное, здесь нам не понадобишься. А Халка я потратил уже или нет? А Халка здесь и нету. Ладно, давай так вот возьмем. Да и то, мне кажется, слишком шикарно вот для вот этих вот ребят бомжей, которых я взял. Против которых я взял. Это будет изи. Сейчас размотаем. Что-то сарделька тут. Сарделечка висит, блин. Так, ну что, у них здесь. Сейчас всех в кучу, да? Да, всех в кучу. Что
Что это сейчас было такое? Как он, интересно, как он заблокировал? Что-то не понял я. Давай, наверное, его уничтожим. Что за фокус? Я не понял. С какого хрена он переродился-то? Я что-то не понимаю или что? Что за фигня? Опять, ребята, команда. Ты посмотри, у них инициатива как накапливается. Этому хана. Ты посмотри, под каким я жестким дебафом нахожусь. Думал, будет легкая прогулка. Недооценил, ребята, врага. Симбионты эти. Не, ребят. Они не дают, блядь, даже шагу сделать. Ёпрасете. Ну как вот можно играть против таких вот ублюдков, а? Как можно играть против этих ублюдков, если я даже не могу сделать хода? Пипец. И, ребят, я понимаю, что я взял команду против них, которая вообще никакой синергии не имеет. Это я все прекрасно понимаю. Но я не думал, что уж настолько, блин, прям разнесут меня. Ладно, ублюдки. Что мы тут можем взять? Я не знаю. Ну давай возьмем эту команду. Мне кажется. Да я даже не могу состряпать себе команду никакую, потому что у меня нету, как сказать. Что мне тут прикажешь делать? Какую команду я здесь должен собрать себе? Если никого нет у меня из нормальных, из путевых воинов. У меня солянка, ребята, идет. У меня голимая солянка идет. Я не могу ничего сделать. Они инициативу накапливать не будут. У них нет никакой поддержки, взаимопомощи, блин. У них-то правильно, у них симбионты, у них команда, у них группа. Один прикрывает, другой там еще что-нибудь, третий бафает, четвертый там хиляет и тому подобное и так далее. Давай с этой хламонки начнем, я не знаю, там как-нибудь. Как-то ее пробить, что ли, блин. Она еще и выжила. А, нет, не выжила. Я не пойму, это гоблин, что ли, делает? Какого хрена она выживает-то? Я никак не врублюсь, блин. Это еще и провокацию взял. Ну-ка, попробуем. Так, вот этого надо будет. А, все. Пустота упала. Давай сделаем так. Что это было? Так, ну этому крышка. Все. Ну, ушатал. Наконец-то. Слушай, ну команда вот эта сейчас была очень неплохо сыграна, если честно. Я немножко даже удивился. Я думал, будем там возюкаться возле них там целую неделю. Опять же, ребята, опять же, команда. Мне, как всегда, какая-то солянка остается на дорожку. Ну, давай возьмем этого.
секретный защитник. Мне нравится, ребята, у него то, что он может позволить заблокировать хил врагам. Но опять же, это если у них нету иммунитета. Не стоит. Если не стоит иммунитет, то ничего ты там не заблокируешь. Блин, я же хотел Доктор Стрэнджа на задний край поставить. Ё-моё. У них Шури есть, да? Плюс у нее стоит контратака. Ой, это уже все. У Гаморы, ребята, здоровья уже нету. Еще и бомбочку бросил, гад. Вы мне дадите ход сделать, твари, блин. Да ни хрена не... Смотри. Чмошник, а? Мбаку. Мне надо, ребят, пойти Шури убивать в первую очередь. Еще контратака еще. Давай, поехали, сейчас будем... На машине гасить. Чё-то я тут не вижу особых. Как тебе это объяснить-то? Кровотечение моря, а... Толку-то? Сейчас Доктор Стрэндж, ребята, упадет. Ты не заколебал ли по три раза-то ходить, утырок, блин? Саблезуба, походу дела, сейчас похоронят. Да, саблезубы похоронили. Леди тоже сдулась. Ну вот, ребята, ну какого хрена? Вон, ну, посмотри, у нее энергия просто бесконечная, блин, тварь, а. На нафиг. Мбаку тут еще лезет. Что ты свой нож? Ну, ты, мы заблокируем лечение у них, это максимум, что мы можем сделать. Но если у него инициатива охрененная, он ничего не дает тебе сделать. Давай рубанем его нафиг. Он еще и выжил. Сейчас будет супер удар, да? Добей его, пожалуйста. Есть. Этот мужик хорош. Хорош этот вот гонщик призрачный, хорош. Намного лучше, чем тот первый, который просто, я не знаю, что он там делает, там просто поливает огнем все. У этого массовая атака на своей машине. Круто. Ну что, остается у меня вот эта вот команда. Тоже бесява, если честно. Кем их бомбить? Ну давай, я не знаю, ну... Нет никакой синергии, нету команды, нету баланса здесь у меня в данный момент. Ну давай, подожди, куда ты лезешь? Минстоун, ну давай Минстоун возьмем. Такая, опять же, ребята, команда из говна и палок созданная, если честно. Ничегошеньки в ней примечательного нету. Я тебе так скажу. Абсолютно. А у них все, ребят, пучком. Да. У них синергия, все как надо. Опять уклонение дебильное, которое у меня... Сейчас еще блокировку лечения нам сделает. Так, что, кому? Куда?
усиление, отражение, блин. Всякого хлама, ребята. Фиг твой, бам! Бам-бам, блин. Шаттер, по-моему, кранты, ребят. Шаттер доигрался. Давай шипнем на ушко, блин. Они минусанули, да, все-таки ее? Думбот, ну... Пипец. Ушатали, ребята. Эту гадину надо завалить. Ты даже и... О, пробил. Теперь кого? Теперь, по идее, Адама надо. Ну, Адам... У них у всех единоразовое воскрешение есть. Какой же ты ватник все-таки, а? Ну давай, наверное, Гамору тогда уже попробуем. Там провокацию взял там. Друзья, а почему они не рисанулись? У них же было единоразовое воскрешение. Я в первый раз такое вижу. Они же не погибали ни разу. Странно. Что у нас получается? 41400 мощей. Ну, не мощей, ранг. Я этих не смогу, ребят, победить. Не, я, конечно, могу тут посливаться, но у меня сколько там попыток осталось? Одна, две. Что тут можно сделать? Наверное, ничего. Команда, это мы, они разносили команду в 10 раз круче, чем это, блин. Ну ладно, я попробую один поединок слить. Понимаешь, если бы, например, Форджа сразу забомбить, Форджа, они бы лишились бы, ребята, бафов. Сразу же, у них не было бы ни черташечки. Кого-то уже, ребят, ты посмотри сам. Они получают охрененной энергии, блин. Сфигали, блин. Да тут сейчас всех положат. Гамбит один только. Кейдж, это, ребята, это не боец. Кейдж — это вафла ходячая. Да. Ну, чё, придется тогда как-то вот так вот заканчивать этот поединок. Мне в любом случае не пройти их. В любом случае, как бы я ни старался. Посмотрим, сколько противник набьет и что у нас по итогу получится. Если противник набьет меньше, чем я, то я получу награду. Если больше, то ни хрена не получу. Так, сколько у меня... Блин, ребята, не вот эти мне нужны были, а вот эти вот. Я попутал. Этих у меня у самого 26 миллионов. Так, ладно. Так, я собирался кого-то прокачивать. Кого только? И для чего? Этих, что ли, ребятулик? Максимум 83 уровень, а мне нужно хотя бы 85.
Золотая возможность. Да что ты говоришь? 180 не хватает. 180 тысяч нужно. Да. Не фартануло, не свезло, да? Давай на био потратим. Я уже не знаю, ребят, тут на кого тратить. Я уже так, как говорится, лишь бы было. Тем более эти синие, зеленые, они уже нам не нужны. Так, здесь у нас что? Осколок снаряжения и синее снаряжение. Тоже мне это не надо. Ну и красный череп. Ничего выдающегося не дали. Ну да, какую-то фуфляндию, ребята, выдали. Так, 968. Ну, я, наверное, могу один поединочек здесь зарулить, так уж и быть. А еще один можно? Всего лишь 3 осталось. Ну ладно, я не буду больше, ребят, тратиться. В течение дня я пройду. Так, жабу разметаем. Так, секундочку, я хотел зайти в припасы здесь и улучшить. Не улучшить, а вот так я хотел сделать. По-моему, друзья мои, по-моему, у нас тут все. Подожди, сколько еще осталось там? А, только началось, 6 дней. Ну, я, главное, ребята, успел все-таки получить нову. Так, что это у нас тут? Отродье им. Вот он. Вот он, друзья мои. Теперь что? По идее, надо прокачивать его, ребят. Я не знаю, что за персонаж. Что он из себя представляет. Если кто знает, ребят, напишите мне, пожалуйста, в комментах. Достойный ли чувак и с какой он командой вообще дружит. С кем он синергирует, так скажем. А сегодня, да, сегодня днем я хотел сделать серию. Как раз открытие этого персонажа и как я его заработал. Но не записалось оно, к сожалению. Ну и пока вроде бы как... Пока вроде бы как все, ребят. Нет, есть еще там задание, но... Иза, например. Выполнить, так скажем. Выполнить 10 миссий в компании. Этот тоже нам нужен. Так, забираем.
сделать вклад, энергия, участвовать в рейдах и тратить энергию компании. Ну, пока вроде бы как, друзья мои. Все, остальное там идет уже по мелочи, но это никому не интересно, это я уже буду за кадром. Сегодня хотя бы попытались на войне, на космическом испытании, но, как видишь, одну команду все-таки я не одолел. Что-то мне как-то... Что тут у нас? А, ну мы сразили в космическом испытании и компании ИЗО. Подожди, а если я еще, например, в компании ИЗО подерусь? Хрен ты подерешься, да? Ладно, друзья мои, на сегодня тогда будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!